В эти минуты поступают срочные сообщения от российского Минобороны. Операция «Возмездие» набирает обороты в Сирии. Итак, российские дальние бомбардировщики сегодня днем атаковали 6 объектов в сирийских провинциях Рака и Дер-эз-Зор. Цели – это нефтеперерабатывающие заводы террористов ИГИЛ, склад боеприпасов, а также мастерская по производству и ремонту минометов. Всего выпущены 12 крылатых ракет. Уничтожена также штаб-квартира ИГИЛ в городе Идлиб.